Ну, в этом году мы поменяли, да, препарат Flex совместно с Физиоладом. Применили мы на 2000 гектар этот препарат. Показал он себя, в общем, очень даже неплохо. Посевы, как говорится, чистые. Ну, а сорняки в основном, это как и у всех распространенно, это были у нас полынь, май белая, щеица, ну и, соответственно, злаква однолетняя и многолетняя. Препарат вообще сработал очень быстро, то есть получилось, что действие его было уже видно на следующий день. Ну и, скажем так, культура, как говорится, отошла буквально через 5 дней.